нам необходимо для предотвращения роста заболеваемости перевести на дистанционное обучение со следующей недели. Постановление будет подготовлено до конца недели, и со следующей недели мы, по сути, перейдем в тот алгоритм работы, который работал в ковидный год. Слава богу, у нас этот механизм хорошо отработан, и это позволит снизить рост заболеваемости. До конца года, со следующей недели и до конца года дети в школах будут учиться дистанционно. Конечно, мы ожидаем, что в последующем у нас новогодние праздники, каникулы, и в целом мы уйдем от пика заболеваемости.